Не забудь сходить наверх. Груз заберешь там же. На эти ботинки без слез ты и не взглянешь. Мне их выбросить? Стой. Погоди. Я хочу, чтобы ты кое-что проверил. Эти существа среагировали на мою кровь уже несколько раз. Среагировали? В каком смысле? Не знаю. Ты же брал у меня кровь. Вот и скажи. Ладно, я посмотрю. Отсюда до портового узла. Но не думай, что сможешь сразу пойти туда. Сигнал туда не долетит. Чтобы покрыть такое расстояние, нужно использовать узлы. Считай, что ты связываешь веревки, чтобы сделать длинную. Первый такой узел — это пункт Бриджеса. Взгляни на заказ. Доставь то, что им нужно, и подключи к Юбе. Заказов может быть жизненно важной. Изучи ее, прежде чем выдвигаться в путь. Сэр, для этого маршрута мы выделили тебе веревку и лестницу. Они помогут. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ.
Сэм, трижды проверил снаряжение. Поставил знак. Ты тоже можешь так сделать. Послание, предостережение, слова ободрения, все, что придет в голову. Даже лучшие курьеры могут потерять груз. Но ты лучший из лучших. Ты сможешь завершить то, что не удалось им. Если найдешь брошенные грузы, подумай о том, чтобы доставить их по назначению. Это легче, чем тебе кажется. Понимаешь, все наши грузы отмечены идентификаторами Бриджес. А твой Адрадек оснащен сканером, который их засекает. То есть я хочу сказать, что эта штука на твоем плече поможет тебе найти пропавшие грузы. Это обещание человеку в беде, который надеется, что ты придешь. Поможет пересечь большинство рек. Мы тебе ее выдали, пользуйся.
дождя повреждает контейнер. Не оставайся под дождем дольше, чем нужно. Расслабься, Сэм. Ты выбрался с территории тварей. Во всем этом виноват выход смерти. В появлении гейзеров, в гибели Америки, во всем. Он изменил мир до неу... корабля. Но бежать просто некуда. У такой жизни нет будущего. Если мы хотим выжить,
Нужно найти что-то еще. Способ победить тварей, выход смерти и весь этот ужас. Thank you.
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо. Все мы скорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA, и для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. Просто супер. Спасибо еще раз. Похоже, все в полном порядке. И надеюсь, пункт тоже скоро будет. Второй группы, да? А где остальные? Мертвые. Выплеск пустоты. Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, они отправили тебя одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но... Вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. 3 года мы ждали помощи. 3 года! И прислали одного человека. Черт, черт, черт! Хотя бы скажи, что ты принес не только Окси. У меня есть Кьюпит. Ты? Правда? Так это правда. Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждешь? Подключилась к чертовой сети? Подтверждаю, Сталич. Это происходит, как и обещала Амелия. Наконец-то мы займемся своей работой. Эй, ты идешь на запад, да? Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе, честное слово, я никогда ее не видел, только голографические сообщения, когда был в первой экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди, их больше, чем хороших. Но ты и сам это знаешь. Спасибо, Сэм. Подключив этот пункт к хиральной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель – портовый узел. На краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Твоя задача – соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое,
Мы хотим использовать и распределитель, и электростанцию. А куда направиться раньше? Начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Твой труд приносит плоды. Лишними не будут. Сэм, с ПХК можно сделать почтовый ящик. В личном хранилище можешь оставлять груз и прочее. Сэм, обменивайся грузом с другими курьерами через общие хранилища. Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПХК. Ты и сам в курсе, что если у тебя с собой нет ПХК, то его придется изготовить.
можешь забрать. Отлично, Сэм. Я вижу, ты вернул пропавший груз. Можешь оставить его тут на обработку. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути, и не сумеешь дотащить, то всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в целости, а потом его заберет другой курьер. Даже если он пройдет через сотни рук, прежде чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело. Доставляю груз. Чтобы построить почтовый ящик, нужен по... Ты из...
Заказ назначен. Сэр, если твой ПХК в полном порядке, отправляйся на отмеченное место и поставь там почтовый ящик. Ты легко найдешь его, если будешь сверяться с картой и компасом. Оружие разрешено. Прибыл туда, куда нужно. Хорошо. Когда будешь готов, включай свой выход. Отлично, Сэм. Отменный почтовый ящик. С
помощью его общего хранилища можно делиться с другими курьерами грузом и снаряжением. Оставь лестницу и якорный крюк. Это тебе. Так держать, так держать.
Спасибо за помощь. Обнаружен. Уходи. Скорее, пока тебя не увидели. Чтобы тебя не поймали, беги к месту назначения. Шел дождь. Даже они не рискуют лезть к тварям.
Черт, проклятие. Oh,